Михайлович. Поздравляю вас с удачной покупкой. Всего вам доброго. Удачи на дороге. Спасибо. Кресло себе поудобнее сделай. Белые стены подчеркивают уют и стиль этого дома. Посмотрите, сколько здесь окон. Это, конечно, всегда плюс. То есть нет ощущения замкнутого пространства. Вот, все новое, все работает. Сантехника, кухня, все входит в полную итоговую стоимость. Ну, 2 санузла, 3 спальни, вы видели. В общем, очень много открытого пространства, что, конечно, хорошо. Так что можно переезжать хоть завтра, если будет желание. Извините, можно мы посоветуемся? А, да, конечно. Ну чего, нравится? Да. Очень хорошая квартира. Ну и район еще, да? Спокойно, тихо. Чистенько. Угу. Может, тебя что-то не устраивает? Почему? Не, меня все устраивает. Я только не пойму, как мы вот с тобой после всего здесь жить вместе будем, а так все в порядке. Как раньше. Как? Я говорю, как раньше будем жить. Как раньше. Как раньше, Паш, уже никогда не будет. Почему? Я же решил проблему с жильем. Я нашел денег, чтобы Андрюху на ноги поставить. Я все сделал, все, что смог. Да, ты действительно сделал все, что смог. А смог ты многое. Ты и друга предать смог, и меня предать смог. А ты как... Сыну в глаза смотреть собираешься, ну, после того, как он все узнает. Паш, а ты где так врать-то научился, а? Так врешь, мне аж страшно. Я тебя боюсь. Ты что думаешь? Ты вот так пальчиками щелкнешь, и все станет как раньше? Я все это делал не ради себя. Я все это делал ради тебя, ради Андрюхи. Ради нас. Я тебя боюсь. Я тебе не верю. Я тебе больше, Паш, не верю. Ну что? Как вам в целом? Нравится? Да, очень хорошая квартира. Ты все не угомонишься? Но вы нашли этого Копылова. Молодцы. На премию покупайте путевки в Сочи. Жен берите, летите себе, отдыхайте. Нашел Копылова не я, а Потапов. А я рядом стоял. Так что на премию не заработал. Достал ты меня. Ну что тебе? Типография фальшивомонетчиков была в нашем городе. А в нашем городе такое провернуть мог только один человек. Это Колесников. Так, слушай, мы вчера проводили обыск у этого убитого банкира Копылова. В сейфе нашли пачку фальшивок 5000-ных, 85 тысяч рублей купюрами очень хорошего качества. Но все правильно. Я давно говорил, что Копылов работал в одной связке с преступниками. Дальше, слушай, мы сравнили эти фальшивки с теми, которые раньше делал этот твой Колесников. Он же врубил. Ничего общего, понимаешь? Ничего. Другая бумага, другая техника. Спецы считают, что это кто-то новенький, который к тому же очень хорошо разбирается в банкоматах. Разрешите взглянуть? Да. А от чего они сгорают, выяснили? Да пока нет. Фальшивки сделаны на очень качественной банкнотной бумаге. Скорее всего, китайской.
Китайской? Да, китайской. Поэтому ты своего Колесникова просто за уши притягиваешь по старой памяти. Не его это масштаб, понимаешь? Не его почерк. У Колесникова мог появиться напарник. Скажи, ты вроде его давно знаешь? Давно. У него когда-то был напарник? Нет. Ну а с чего вдруг старому, опытному уголовнику менять свои правила и привычки? Жизнь меняет людей. Колесников не исключение. Он знает точно, кто изготавливает фальшивые банкноты. Я могу сделать так, что Колесников сдаст мне этого человека. Колесников сдаст коллегу по цеху? Что ты несешь? Я не несу. Мне просто так кажется. Если кажется, креститься надо. Все? Нет, не все. Есть еще один персонаж по кличке Муха. Кто такой? Мухин Максим Петрович. Не знаю. Тоже фальшивомонетчик? Да нет, у него другое направление. Вооруженное ограбление, разбой. Ну, этим вы сами занимаетесь. На здоровье. Да подождите, товарищ полковник. Я пытаюсь вам объяснить, что Копылов был наводчиком у Мухи. Мухин, Копылов, Колесников — это все звенья одной преступной цепи. Факты есть? Будут. Фактов нет. Все? Нет. Но? У нас сидит сейчас Колесников. Но мы сегодня его отпускаем. Мне нужно хотя бы на неделю. Две группы наружного наблюдения. Одни будут следить за Мухиным, другие за Колесниковым. И через неделю у вас столько доказательств будет и фактов, что не разгребете. Две группы наружки? На неделю? Зачем тебе наружка в твоей деревне? На улицу выйди, бабушку на лавочке спроси, она тебе всю подноготную про любого расскажет. Это что, сейчас такая шутка юмора была? Так, все, иди отсюда, мне работать надо. Алло? Да-да-да. Все, я выхожу. Как договорились, я все подготовил, все бумаги. Бабочку накололи. Да, славно кто-то тут порезвился. Судя по всему, не с грибами они тут собрались. Вечером в паре километров отсюда грузовик подобрал девушку. Сильно избита, вся в крови. Девушка одна была? Вроде как. Водитель отвез ее в больницу. В какую больницу отвезли? В областную. Девица здоровая? Не знаю. Твою мать. Знал его, Михалыч? Михалыч, знал его, говорю? Да нет. Как привыкнуть не могу. Молодые, красивые, здоровые, чего им не хватало? Савельич, я говорю, чего им не хватало? Михалыч, ты как себя чувствуешь? С тобой все в порядке? Отличная тачка. Поздравляю с приобретением. Что, Павел Михайлович, я смотрю, жизнь потихоньку налаживается. Деньжат заработал, сын выздоравливает, тачку новую купил. Наверное, и квартиру новую присматриваешь. Может, и присматриваю. Тебе-то что? Ну как что? Я думал, ты по старой памяти заедешь, спасибо сказать. Я ведь тоже вроде как приложил руку к твоему обогащению. Да, Неров, это вопрос. Чего у тебя больше было, польза или вреда? Ну что мы за люди такие, а? Зло помним всю жизнь, а добро забываем в ту же минуту. Да, что знаюсь, были ошибки. Ну, у кого их не бывает? Но я же старался для общего нашего дела. Так, короче. Заезжайте ко мне с Рубелем вместе. Поболтаем по-стариковски. Вспомним былое, поговорим.
в Рубль в СИЗО. Да перестань. Выпустили его уже. Вроде полиции работаешь, а там ничего не знаешь. Найдите полчасика и заезжайте по старой памяти. Я очень прошу. Дорогу освободи. Только имей в виду, Маша, если ты сейчас говоришь «нет», я разворачиваюсь и ухожу. Да, и ты больше меня никогда не увидишь. Нет. Это неправильный ответ. Маша, подожди. Не надо торопиться. Надо хорошенько подумать. Я думала уже. 20 лет. Но сейчас все изменилось. Маша! У меня нет типографии. Она сгорела дотла. Все взлетело на воздух. К чертям собачьим. Нет ни принтера, ни краски, ни бумаги. Я вот даже бейджик такой простой сейчас напечатать не могу. Я совершенно чист. У них на меня ничего нет. Меня взяли в этот раз по привычке. И видишь, как быстро выпустили. Значит, я чист перед ними. Ну? Что «ну»? Маш, давай куда-нибудь съездим. Отдохнем, позагораем. У меня отпуск в декабре. К черту твой отпуск, к черту работу. Вообще, увольняйся. И что я буду делать? Как что? Жить? Маш, ну правда, давай уедем отсюда. К морю. В Сочи. Купим маленький домик на берегу. А что, Маш, ну, днем будем гулять по пляжу, вечером сидеть на веранде, смотреть на море, слушать крики чаек. Да я с тоски сдохну. А мы тебе найдем работу по специальности. Там же есть больница. Днем будешь лечить людей, вытаскивать пациентов с того света. А вечером будем сидеть на веранде и слушать крики чаек. Решай, Маш. Костя не звонил? Мне не звонил. У меня и телефонов там не было. Да ему еще рано звонить, по-моему. Сначала пускай 2000 километров проедет. Я обещаю тебе, у Кости будет все в порядке, Маш. Ты обещал мне уже 1000 раз. Я боюсь, он в Челябинске тоже приключения себе на голову найдет. Там присмотрят за ним. Ты уже присматривал. Что толку? Ты опять за свое. Ну, сколько можно повторять? Да, да, я виноват, ты права. Костя — это мой косяк. Я был плохим отцом, плохим примером. Но я обещаю тебе, что сейчас все изменится. И у Кости все будет в порядке. Ну что мне еще сделать, чтобы ты поверил? Хочешь, я на колени стану? Да? Да не надо, ну я шучу же. Что ты в самом деле устраиваешь здесь? Люди же вокруг. Ну что? Ну, хороший, кирпичный, 2 этажа. Ну, чудо. А работникам обед будет? Ну, конечно, я же о грузчиках, ты беспокоюсь. Ну, от бригады грузчиков тебе огромное спасибо. Нам же тебя потом перевозить опять. Надеюсь, что не скоро. Да ладно, вот Андрюха оклемается, на ноги встанет. Все равно будет тебя отселять. Ну, спасибо, уже отселяли. Пусть лучше с нами живут. А внуки пойдут? Ну, внуки пойдут, 4 комнаты на что? Всегда ты, Пашка, был умным. Как Ленка-то? Нравится ей? Вроде нравится, вроде не очень. В каком смысле? Да в прямом. Вроде, когда дела плохо шли, держалась. Когда стала налаживаться, раскисла и во всем виноватых ищет. Ну, естественно, виноват и ты. Конечно, а кто же? Да ладно, Паша. Ну, вон, вспомни, когда мы в Союз после армии вернулись. Тоже были злые на тех, кто нас туда посылал. Ну, пройдет, время лечит. Надеюсь. Здорово, старички. Все балаболите, пока другие работают, да? Че, шутник, шутить закончил, да? Чего здесь происходит вообще? Стоит отлучиться из города на 2 часа. Вот здесь война начинается. 3 трупа на элеваторе. Опознали? Значит так. 2 парней-мухи. Рябов и Коровин по кличке Бизон. А вот третий ты не поверишь. Сын Колесникова. Константин. Ничего себе. Да. Вовремя. Мы в Рубль отпустили. Ну, дальше. Свидетели. Значит, была одна девица. Ее вечером невдалеке водитель подобрал, в больницу отвез. Врачи сказали, что у девушки всю ночь была истерика, рыдала по поводу Кости. Еле успокоили. А утром сбежала из-под капельницы. Как сбежала? Ну так, взяла и сбежала. Ну там в больнице же записали ее координаты. Год рождения, имя, фамилию, адрес. Нет.
Но ее опознала девушка, дежурная медсестра, они вместе в школе учились. Алена Степнова, «Жемчужина 16», квартира 77. Ребят, ну вы тут разбирайтесь, я поехал. Да, да, давай, Паш. Ты уже съездил к ней? Да когда? Есть больница только что. Давай-ка, ноги в руки к ней. Привези ее сюда. И побыстрее. Слушаюсь. Нашли три трупа на заброшенном элеваторе. Рябой, Бизон и Кость. Твою же мать. Рябова убили арматурину и проткнули насквозь. У Бизона 7 пуль в спине, 8 у Кости. И пистолет Рябова остался на месте. С девкой что? А девки нет. Ну и кто кого там? Пока не ясно. Но у Кости были наручники за спиной. Послушай, может, там еще кто-то был? Люди в погонах утверждают, что больше никого не было. Если там больше никого не было, так что, получается, эта баба их всех завалила? А с виду и не скажешь. Значит так, постарайся найти мне эту терминаторшу. Уж больно сильно хочу с ней поговорить по душам. Почему Кость не уехал? Я же ему сказал, чтобы он уезжал. Он не успел. Ты в курсе? Она же действительно там была. Где там? На бывшем элеваторе. Где? Я нигде не была. Алена, у нас сейчас вообще нет времени на препирательство. Если это было на месте убийства, а я точно знаю, что ты там была, то это будет очень легко доказать. Отпечатки пальцев, волосы, кровь, ну и ДНК, в конце концов. А если бы вы не подкинули пистолет Мухе, Костя сейчас был бы жив. Он был бы жив, если бы послушался меня и уехал сразу, как я ему сказал. Здравствуйте. Вас как зовут? Маш, иди не мешай. Я просто хотела поздороваться, потому что это вежливо. Мама баловалась на горке и упала. Доктор зашивал ей руку иголкой. Маш, все, иди. Зачем мы приехали? Зачем я приехал? Значит, слушай внимательно. Сейчас к тебе выдвинулся старший оперуполномоченный уголовного розыска Илья Савельев. Будет здесь приблизительно через 5 минут. Но это не самая страшная угроза, и не полиции тебе сейчас надо бояться. На бывшем элеваторе убиты парни Мухина. Я не знаю, каким образом, но ты принимала в этом участие. А Мухин не из тех людей, которые прощают такие вещи. Им будет абсолютно неважно, по какой причине ты принимала участие в этой мясорубке. Он тебя найдет и закопает. Ты понимаешь, что тебе грозит смертельная опасность? Да, я поняла. Спасибо, что предупредили. Это не предупреждение. У тебя 2 варианта. Ты сейчас встаешь, садишься ко мне в машину, и мы уезжаем. И тогда будешь жить. Либо остаешься здесь, никуда со мной не едешь, и тогда тебя убьют. Скорее всего, сегодня. Куда мы поедем? По дороге расскажу. Сколько времени есть у меня? Нисколько. Времени ноль. Тебе очень повезло, что тебя нашла полиция раньше, чем Мухин. Я уверен, что он до тебя доберется тоже очень быстро. Мне домой надо сходить. Ты что, не поняла? Ты сейчас встаешь, садишься в машину, и мы едем. Да у меня даже документов нет. Они тебе не понадобятся. Я без дочки не поеду. Ну, это посложнее. Хорошо. Пускай с дочкой. Вы меня не обманете? Маш! Тебя как зовут? Маш, не мешай.
Я должна знать, как его зовут. Нельзя садиться в машину к незнакомым людям. Ты разве не знаешь? Меня зовут Павел Михайлович. А меня Мария Николаевна. Мы куда едем? Мы едем в гости. Отлично! Обожаю ходить в гости. Только имей в виду, дорогая, тебе от бабушки попадет. Она не велела нам никуда уходить со двора. Вернется из магазина, ее удар хватит. Ты ее в могилу сведешь своими выкрутасами. А вы знаете, что такое выкрутасы? Приблизительно. Я тоже знаю. Моя мама постоянно этим занимается. У тебя деньги есть? Ну, рублей 200, наверное. Нельзя же этого делать. Маша, я что сказала? Дядя не... Уйди отсюда. Уйди. О, привет. Ты что сегодня так рано? Девчонки, держите. Я вам тут молока принес. Давай, давай. Что надо сказать? Спасибо. Пожалуйста. Выключи телефон и выбрось симку. А вы знаете, что у вас нету специального кресла для детей? Вам повезло, что я уже взрослая. Вот если бы я была ребенком, то вас бы штрафовали гаишники стопудово. Ну, что скажешь? Ну, короче, никаких гвоздей, дырок, порезов не видно. Тупо разбортовалась на ходу. Может, подпустила? Да. Ты машину вправо не вела перед тем, как ты кульбит исполнил? Да нет. Наоборот, даже чуть-чуть влево тянула. И подвеска вроде как жестче стала. Может, перекачанная была? Хотя тоже с чего. Короче, я не понимаю. Я в первый раз такое вижу. Вот и я думаю, с чего бы это? Костя связался с подонками, и это всегда заканчивается плохо. Да? За что же выбивать-то было? Что такое он сделал? Ничего не сделал. Он участвовал в ограблении банка. Он стрелял из пистолета, он ранил человека, который чудом выжил. И это называется «ничего не сделал»? Ни в кого он никогда не стрелял. Ни в кого я никогда не стрелял. А кто же тогда стрелял? Я точно знаю, что в банке стреляли из пистолета Кости. Это не Костя, это был пистолет. Это был пистолет Мухина, это Мухин стрелял. Чего еще раз? Это Мухин пистолет. После ограбления Мухин передал пистолет Косте, чтобы тот его выбросил, Он хотел его взять там, пострелять по бутылкам или что-то еще в дом выкинуть. А вы пистолет у Кости украли и подбросили его обратно Мухину. Вот как! Ты точно это знаешь? Мне Костя сам рассказывал. Ты уверена, что это стрелял Мухин, а не Костя? Да Костя вообще в банк тогда не заходил. Он был за рулем в это время. Какая разница, кто стрелял? Какая разница? Теперь уже никакой.
Судя по кислому выражению лица, девушку-то не нашел. Да. Алена пропала. Что значит пропала? Ну так. Вышла во двор. С дочкой погулять и исчезла. Ее мать отлучилась на полчаса в магазин, но возвращается ни дочки, ни внучки. Ну что сразу пропала? Может, сбежала? Уехала вон к тетке в Саратов. Да ну нет, ну она отдельно жила, квартиру снимала. Мы с матерью съездили, посмотрели. Вроде все в порядке, вещи, документы на месте. Черт. Значит, Мухин нашел ее первым. Ну, хоть что так. Девочке сколько лет? 5. Как меня это достало. Ты куда? А что ты думаешь, я буду сидеть ждать, пока нам Мухин еще один труп подбросит, а то и два. Он же отморозок, ему плевать, что это ребенок. Если ее здесь нет, Савельев, сплюнь. Опа! Какие люди! Товарищ майор, вы что-то ищете? Эй, Карпушин, ты что, с утра таблетки забыл принять? Кар, ты что делаешь? Алло! Ты че, мух? Тебе погоны не жмут? Это ж частная собственность. Слышь ты, мусор, ты ничего не попутал, а? Ты что тут рыщешь, а? Пошел вон отсюда! Подожди, не кипи, не кипи. У тебя ордер на обыск есть? Руку бери. Тормози, говори. Спокойно, спокойно, спокойно. Только быстро, Макс, говори, где девушка с ребенком? Девчонка? Тебе что, баба нужна? Так ты адрес не перепутал, а? Там, в конце улицы, налево сауна. Я тебе в последний раз спрашиваю, скотина, где они? Пошел. Аркадий Александрович. Ну вот, другое дело. Я с утра новостей не читал, у нас что, новый закон вышел, а? Можно врываться на частную территорию, избивать адвокатов и приличным людям ствол к лицу подставлять, а? Михаил Юрьевич, есть такой закон? Нет, таких законов нет. А вот за это я с вас, товарищ майор, не только погоны, последние штаны сниму. Это что же получается? Майор Карпушин у нас преступник? К сожалению, это так, Максим Петрович. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нехорошо. Ну и что мы будем делать? Поедем в больницу, засвидетельствуем побои, подадим заявление по факту незаконного проникновения на частную собственность при свидетелях, незаконного обыска при свидетелях, применению незаконно огнестрельного оружия при свидетелях, а также избиению члена Московской городской коллегии адвокатов при свидетелях. Товарищ майор, не надо. На тебе, Карпушин, понял? Юрчик, пойди-ка сюда. Че? Значит, ты говоришь, если колесо было перекачано, то оно вполне могло рвануть на скорости? Не, ну, если его накачать, это атмосфер на 5. Но это постараться надо. Хороший компрессор нужен. А чё? Вроде нормально все. И горячей воды, котел включи. Мультики хочешь посмотреть? Да, хочу. На, иди. На, держи, это вам. Держи. А что так много? Мы здесь надолго? Пока не знаю, может, на неделю, может, на месяц. Когда можно будет вас забрать, я заеду. Если я не появлюсь в течение месяца, позвонишь вот по этому телефону
Его зовут Аркадий Карпушин. Запомнила? И все ему расскажешь. Почему вы мне помогаете? Ну, на это есть две причины. Первая. Ты сделала то, что должен был сделать я. Я защищалась. Нормально, ты защищалась. Всю обойму всадила и паренька на штырь наколола. Защищалась. Вторая причина. Вторая. Костю мне твоего жалко. Так ведь это ж вы во всем виноваты. Поэтому есть третья причина. Но? Я все про вас знаю, вы не хотите, чтобы я попала в полицию. Девочка моя, ты для меня никакой опасности не представляешь. А если даже представляешь, ты в самом конце этого списка. Значит так, за территорию не выходить, ни с кем не знакомиться, никаких сообщений, ни друзьям, ни близким. От этого зависит ваша жизнь, поняла? Маме надо сказать. Ну, решим. Мария Николаевна. Ну, давай. Слышал. Что сказала? Я хочу развестись. Ну, а что? Тебе вообще все равно? Ну, почему же? Мне не все равно. Я очень удивлен. Ты нормально чувствуешь, Паша? Что такое странный? Как себя чувствую? Я чувствую себя опустошенным. А я тебя не люблю больше. Я понял. Дальше. Ну, когда любишь, все прощаешь, да? А я все не могу больше прощать. Что такое? Ты мрачный. Угрюмый какой-то, замкнутый. Я тебя столько лет знаю. Я тебя придумала, Паш. Ну, что, я придумала, что ты сильный, смелый, надежный, верный. Я... Ты не такой? Ну, Паш, ты чего? Ну, ты совсем не такой, да? Андрюха, это... настань на пару. Ой, здрасте, Павел Михайлович. Привет. У вас все хорошо? А? Все нормально? Да. Ну, конечно. Отлично. Че ты молчишь? Ты скажи что-нибудь, а? Чего я могу сказать? Хотел как лучше. Похоже, у меня ничего не получилось. Да. Получилось.
Здрасте. Здрасте. Вам записка. Андал. Кукареку. Привет. С добрым утром. Что это такое? Завтрак в постель. Что-то не так? Я буду есть на этой табуретке. Почему нет? Слушай, неси беседку, я уже встаю. Ну, мадам, вам не угодишь. Да вставай, хорош лежать. У тебя был кто-нибудь? Когда? Когда я сидел. Который раз? Смешно, когда ревнуешь. И все-таки? Ну, когда сидел, не было. А потом? Ну, а потом, когда расстались, был. Кто? Ты точно хочешь это знать? Ладно, не надо. Не хочу. А то еще при случайной встрече как-нибудь возьму, да и убью его. Просто если мы опять вместе, все должно быть по-честному. А мы опять вместе? Я просто не в курсе. Я сама-то еще ничего не решила. Ну, так решай. Ну, я подумаю. Слушай, 3 дня прошло. Чего Костя не звонит, а? Ну, ты же знаешь своего сына. Пунктуальность – это не его конек. Юрий Александрович. Что еще тебе от меня нужно? Плохие новости. Я хороших от тебя не жду. Ну, еще не знаешь. Костю убили. Ты мне сказал, что все будет хорошо. Маша. Я тебя ненавижу. Маша. Я тебя ненавижу! Что ж ты творишь, Аркаша? Ёшкин пистолет. У тебя совсем крышу снесло, а? Мне Москва уже весь мозг вынесла из-за этой взорванной типографии. Только-только стали успокаиваться. Нет, ты устраиваешь мордобой на частной территории. Сергей Иванович, что несете-то? Какая частная территория? Это притон. Нужно вытоптать его и сжечь было. Вытопчем и сожжем, но не все сразу. И действовать будем в рамках закона. Что, я в рамках действовал? Что? В рамках он действовал, а несанкционированный обыск. Это, по-твоему, в рамках? А избиение адвоката, угроза оружием, это тоже, по-твоему, в рамках? Да я его пальцем не трогал. Да. Только у меня 4 свидетеля. Я их куда дену? У меня справка из больницы об увечьях. А с каких пор у нас теперь отморозки свидетелями стали, а? Отморозки.
Аркаша, отморозки. Но пока судом не доказано, они такие же граждане. Имеют те же права, что и остальные 140 миллионов нашей страны. Знаешь что, Аркаша? Я столько раз прикрывал твою задницу. Извини. Извини, сейчас мне нужно прикрыть чем-то свою. Ты отправлен в отпуск до окончания служебного расследования. Держи. Свободен. Спасибо за заботу. Кто это сделал? Мухин. Почему, за что? Долгая история. А я куда не тороплюсь. Недавно Мухин со своими парнями грабил банк. При этом ранили моего Андрея, который там случайно оказался. В банде Мухина был Костя. Я думал, что это он стрелял в моего сына. Знаешь, что такое? Штамп для микроперфорации. Ошибки сделаны на качественной банкнотной бумаге, скорее всего, китайской. Помнишь ту хлопковую бумагу с керамического завода? Вот я съездил на керамический завод и забрал ее. От греха подальше. Я хотел тебе сказать спасибо за деньги, за то, что поддержали в трудную минуту. Пашка, а что у тебя с лицом-то? Порезался, когда брился. Появился какой-то новенький? Ну да, один очень хороший специалист, первоклассный. Я его знаю? Знаешь. Все деньги сгорели. О, сюжет! Он горит у тебя, алхимик, туши. Это не ты там на стороне подработку взял? Я. Ну, видите, деньги настоящие. Настоящий синдикат, наводчик в банке. Юрий Александрович, крыса какая-то. Это и есть самый главный персонаж. Кто-то из наших, кто-то с погонами. Ты должен знать, все, что я сделал для того, чтобы помочь сыну. Аркаш, вот здесь копать надо. Как вы думаете, когда он погиб? Ну, что-то около месяца назад. У Мухина мы нашли не тот ствол. Я совершенно точно уверен, что это ДПСники подбросили Мухину пистолет в машину. Сторожа заминировано, все на берег!